Завтра православные верники будут отмечать одно из важных святов – Водохреща. День напередодні этого свята называется Сочельником. У церквах сегодня с ранницы проводили службы и освящали воду. Власно кажучи, Сочельник не зусім свята. Это день строгого посту и покаяния. Он подрыхтовывал верников до свята Водохреща, якое завсёды вызначалося урочистостью. Слово «Сочельник» – ці кутя – бяры свою назву от кути, основной стравы этого дня. Ей рыхтуть звареного ці пропаранного зерна злаковых культур и заправляют медом. За раницу у храмах проводятся специальные службы, которые завершаются освящением воды. У Гомеля отповедное таинство у Свято-Петропавловском соборе спочатку провел архиепископ Гомельский Жлобинский Стефан. Потом священнослужители освятили все крыницы, из которых на протягу двух дней будут брать воду горожане. Дорогие братья и сестры, я сердечно всех приветствую в эти праздничные дни Богоявления Господня. И хочется каждому из нас пожелать, чтобы Господь рядом был с нами, и мы были с Богом. В своей жизни находили место для Бога. Именно Господь пришел, чтобы спасти наши бессмертные души. Его рождение, Его богоявление на водах Иордана принесло человечеству спасение. Есть хороший обычай в эти святые дни черпать освященную воду, кропить свои жилища этой святой водой и просить Бога, чтобы Господь всегда поставил своего ангела-хранителя, который бы пребывал с нами всю нашу жизнь. Храни вас Господь в добром здравии на многое и благое лето. С праздником! На Водохреще необходимо заховывать некоторые правила. У приватности нельзя заниматься мытьем и уборкой. Мужчинам не варто браться за ремонты. Категорично заборонено свариться. У этот день навод дренные думки лишатся грехом. Что тышится купания в водоемах, то относины до его неоднозначные. Это саправды старожитная традиция, але заходить у воду рекомендуется далеко не усім. У приватности медики не рают купаться у студеной воде людям с захворываниями сердечно-сосудистой системы. Сегодня температура воды у реках складает меньше, как 1 градус тепла. Это может привести до сужения сосудов с непредсказуемыми наступствами. А проще того, купаться можно только у специально отведенных местах, на которых постоянно находятся работники освода, выратовальники и медики. К проведению мероприятий, посвященных крещению, подготовлено в Гомельской области более 40 мест, где проверили водолазы, опустились в воду, посмотрели, безопасно ли там, помогли оборудовать место спуска под воду. И несут службу в течение, вот сегодня, завтра будут нести службу и обеспечивать безопасность этих мероприятий. Совместно с сотрудниками МЧС, милиции и всех заинтересованных лиц, я имею в виду скорую помощь. Обращаюсь к гражданам нашей области, чтобы вели себя культурно, помнили о том, зачем они пришли к этому месту. Это не аттракцион водный, это нужно понимать и преследовать ту цель, которую она первоначально была задана.